Давайте узнаем, какими работами с растениями стоит сегодня заняться. Да, на небе растущая луна в знаке Рак. Кстати, Рак, знак зодиака, считается самым плодородным, поэтому продолжаем садить овощные культуры, перец и сельдерей. У цветоводов отличное время для посева многолетних и однолетних цветов. Не забываем выбраться в сад и провести мероприятие по снегосбережению. Весь снег, который вы убираете с садовых дорожек и тропинок, старайтесь переносить под деревья и кустарники. И обязательно стряхивайте снег с деревьев и кустарников, чтобы под тяжестью они не деформировались и не сломались. Стряхивать снег нужно очень аккуратно, чтобы не причинить вреда культурам. Всем прекрасных садовых работ!